Окей, okay, если вы шумики, мы продолжаем родить игру по названию Вольфенштейна. Вольфенштейн. Так, мы остановились на том, что мы нашли нужные нам данные какие-то, датчики. Теперь мы отправимся на ферму, чтобы посмотреть за... Зачем-то. Хочешь совершить покупку? Да, я хочу сначала улучшение купить. Что мы будем покупать? Давайте сразу начнем с тени. Так, у нас 6000. Подожди. Так, здесь ничего не открыто, замедление. Так, тень. Давай-ка мы все-таки на... Ага, это куплено. Под ствол. Под сумок. А для персонажа Байпердала позволяет всегда держать при себе под рукой. Благодаря ему вы сможете носить с собой больше запаса боеприпасов. Барбонный магазин, чем обычный. Подсумок для персонажа БВП позволяет всегда... Так, это не то. Двигать ствол с усовым механизмом позволяет заряжать более тяжелые пули. Так, смотрите, а золото у него все больше и больше, потому что мы... По статистике... Нет. Странно, ладно. Так, нам нужно теперь отсюда выбираться. Скажи Каролине, чтобы заглянула на днях. У меня для нее подарок. Мы с вами отправляемся на ферму. О, Монатия как усиленно усилил этот талисман. Вон он на что оказывается. Подожди, куда мне идти? Ага. По толку прятаться. Да, согласен. Хорошо бегаем, ребят. Так, ну блин, нам только сюда остается. У нас, по идее, сюда одно задание и второе, да? А, не, подожди, мы сначала еще перейдем в эту часть карты. Ох, это долго будет. Подожди. Куда мне идти, если брать это задание? Сюда, ферму. Давайте сначала в церковь. Сначала в церковь сходим, потому что она ближе, а потом уже на ферму. Идем? Привет. Чёрта. Нужна огневая поддержка! Помогите! Короче, я понял. Я под обстрелом. Блин, вот здесь немного стелс, немножко сломатый. Враги некоторые так стоят, которые уже смотрят на тебя. Укрытие! Чего? Сколько там гранат было? Используя... А я так использую оружие слушателем. Тихо. Пошли назад! Так, тихо. Вперед! Где же ты прячешься? Заряжай! Вперед! Брейкданс! Боксинг-данс! Бля... Я
ловушке! Идешь? Мана. Это магия, ребята. Это волшебная коробка, ребят, вы ничего не понимаете. Магическая коробка. Да что ты стоишь? Побежали. Я уже все прокачал, что нужно было, и мы можем врываться. Укрытие! Я понял, где церковь. Хорошо, что ты здесь, Биджей. Что-нибудь интересует? Так. А у меня все уже прокачано. Готов? Надо спешить. До церкви путь. Путь далекий. Давай, поехали. Перемещение церковь. Чтобы заградить медальон тени, выйти из густной энергии тени и воспользоваться. Лачкович, этот свет вне дела рук нацистов. Ступай к церкви и помоги остановить их, пока они не уничтожили весь город. До свидания. А, я выйти отсюда не могу? Что? Подожди, что по церкви у нас вообще по данным? 19 золота. А, я его убил? Укрытие! Нам нужно уничтожить пулеметные гнезда! Но лобовая атака — это самоубийство! Атаку! Нанеси удар! Почему здесь невидимая текстура? Чего происходит? Да, хорошо, давай, они будут прикрыть. Так, хорошо, выходим. Так, не то. О, прямо под ноги кинули. Так, теперь мне нужно с другой стороны, да, это обойти дело? Да, сейчас я совсем справлюсь, подожди. Мне нужно за золото не забывать. Так. Давай смотреть данные. Всем бойцам на передовых рубежах. По данным разведки, сопротивление попытается атаковать церковь сразу же после начала эксперимента. Очень важно, чтобы их наступление не удалось.
После завершения эксперимента весь мир увидит восход нового дня. И война пойдет так, как хотим мы. Добро. Так, время, кажется, мне... что ж. Отлично! Соедините к воротам! Манать щит у них магический. Лошкович, встретимся у ворот! Хорошо. Пошли, Блажкович, к воротам! Отлично! Едемся к воротам! Блин, закрыто. Все вперед! К воротам! Подождите, может в картинах тоже есть? Ладно, нет. Отлично! Двигаемся к воротам! Ребят, вы пока что двигайтесь к воротам, я пока что ищу мешки. Чувствуется мне, что я еще где-то что-то упустил. Да пойдем, пойдем. Вот вам это не важно, а мне важно, понимаете? Благодаря этим мешочкам с деньгами я вам и помогаю. А вы неблагодарны. Ладно, нету здесь больше мешочков, походу. А вот есть что-то. Есть какой-то проход здесь? Я бы сюда мешок спрятал, на самом деле. Отлично! Или в телефонную будку. Ворота! Ложись! Пошли, скорее! Ну. И... это сейчас что было? Ну, бежим, бежим. Атаку! Деньги. Я под обстрелом! Хорош. Так, подожди. Враги тут. Атаку! Вас что, двоих убили одним выстрелом? Так им и надо! Пошли! Вперед! Так давайте вы тоже не будете задыхать глупой смертью. Просто из-за того, что вы взорвались. А вот данные будет тяжко искать, если они именно так развалины. Так, данные. Внимание! Противник сосредоточил на церкви интенсивный огонь минометов. Необходимо принять все предосторожности при перемещении по улицам. Необходимо всегда носить каску и, по возможности, держаться возле укрытий. Вот, видите, я уже один где-то упустил объект. Скорее всего, где-то здесь, да? Нет, вернемся обратно, не страшно. О, деньги, видите, сейчас бы еще потерял. Классно было бы. Блин, жалко, что это мне не помогает вещи находить. Было бы вообще ништяк. Блин, а где я мог упустить, ребят? А? Где я мог еще упустить? Странно, что тут нигде ничего нету. Типа я не хочу от лора терять лор. Ладно. Может где-то здесь, на дереве. Или на статуе. За статую. Нету ничего. Ну первую, где мы нашли с вами?
Даже фиг его знает. А где-то. О, стоять, здесь есть проход куда-то. Сюда я еще не ходил. Ой, как раз золотишко нашел, видите? Что значит вернулся немного... Вернулся немножко назад. Что значит вернулся немножко назад? Нашел золото. Золото мне как раз для прокачки, поэтому не надо мне тут. Ой, вот как раз и данные нашел. Согласно приказу центрального командования, необходимо выслать патрули тяжелой пехоты на дорогу, ведущую к церкви. Они смогут поддержать огнем отряды, находящиеся на базе. Кроме этого, мы сможем выяснить, насколько эффективны тяжелые пехотинцы в качестве мобильного средства огневой поддержки. Есть подозрение, что плечевая вентиляционная система работает не так, как планировалось. Но мы уверены, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Вот, ребята, нам по документам показали нового врага и его слабость. Поэтому давайте без всяких слов мы отправляемся, куда нам надо было. Потому что мы уже все взяли, все нашли, что мне необходимо было. Кто знает, может, за документы тоже вознаграждается как-то, что-то. Никто ж не уточняет. Ты! Снеси эти ворота! Быстрее! Сейчас несем. Проклятие! Нацисты вызывают подкрепление! Нужно действовать быстрее! Вот и все. Вот видите, ребят, а так бы я хер... Скорее, скорее, пошли! Отправить туда сапера! Взрывчатка заложена! Ни хрена себе орудие убийства. Да. Не испугаться. Ну блин, я лучше это оставлю. Пушку на что-то иное оставлю. Да нет. Нет, все есть. А вот у вас могут сейчас возникнуть проблемы. Да я не вижу, что? Мешай мне копать. Но оно, видите, показывает, типа, живой челик или нет. Пошли, пошли. Нужно огневое прикрытие. Тихо, тихо, ребятки. Упадете ведь. Тормошитесь так. Все будет хорошо. Так, мне кажется, здесь вот нужно что поискать все-таки. Так, и патроны бы найти. Ага, все. Вот. Вот. Открылся проходик мне.
Ага, сюда все-таки тоже можно пройти. Неужто я все золото найду? А золото все вот, а эти нет. Данные. Потому что вот это вот место очень большое, но я не вижу данных вообще никаких. Так, давайте сначала на ту сторону сбегаем. Так, данные. Чертеж плазменного оружия. Да. Я мощный, я знаю. Так, ну сюда. Так, да? Так, я бы здесь данные спрятал. Где-то. Либо деньги. А ванной там положил бы. Вот зараза, я не могу. Я потому не могу попасть. Положи, может у... Да, это у меня. Патроны кончились. Так. Итак. Так, ладненько. Золото. Я слышу книгу. Так, как мне бы туда попасть теперь? Вопрос. Так, мне нужно через этот дом попасть как-то наверх. Блять. Сейчас все сделаем по красоте, подождите. Ладно. Так, нам сюда, но мы зайдем куда-то сюда. О, залез. Янки здесь! Да, я здесь. Только нахера я сюда залез? А, вот... Да согласен. Согласен полностью. Победа почти у нас в руках. Наши войска обошли пулеметные точки, простреливающие главную улицу. Мы подошли к церкви на расстоянии прямой видимости, но нам пришлось залечь около отеля Шлосс. Если вы член кружка Крейсау, пробирайтесь через катакомбы под гостиницей. Похоже, это единственный путь. Слева! Откуда ты тут? Ни хрена себе. Появился он.
Это шпион. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Вижу огонь и вижу золото. Где все золото? Вообще теперь золото не вижу. Книга довольно красная. Почему там не может быть ничего? Так, мне на крышу надо. Так, кто-то гранату кинул, либо это у него патрон упал. Как бы так, чтобы еще не грохнуться. Так, деньги. Деньги, деньги, деньги. Типа замыкание этого? Или что, я не понимаю? Так, последние данные. Ну, блин, последние данные, а фолианты я не нашел. Через канализацию в катакомбы под церковью. Мы не знаем, для чего нужна эта машина в церкви, но она точно связана с нацистскими разработками супероружия. Устройство должно быть уничтожено. Тогда, возможно, удастся помешать их исследованиям. Да, фолианты я последние не нашел. Давайте думать, где они могут быть. Чёрта, мужики. Может, это здесь спрятано? А, да, вот. Осторожно! Ты что, единственный, кто добрался? А где остальные? Это не важно. Нужно пробраться в церковь и уничтожить машину нацистов. Вперед! А, запросто. Пошли. Давай, пошли. Да, я только немного все это тут исследую, да, на наличие денежек. Ты уже побежал? Глупый. Нужен план. Атаку! Я понял. Скажи, наша организация работает без планов. Здорово, Блажкович! Укрытие! Укрытие! Меня зажали! Так, слышу маха. Слышу, мага, и это херово, да? Или это не маг? Блять!
А ты даешь, чел. Кинул он гранатку. Ладно, я все равно убью сейчас по-быстрому. Кстати, вот это вот мне интересно, что это такое. Хотя, автомат, я понял, почему этот такой недамажный. Такой домашний. Это кто знает. Не останавливаться. Монахи не живучие от этого автомата. Нет, этот автомат, походу, хорош против этих гигантов. Что-то не так? Патроны кончились. Это шпион! Нужно огневое прикрытие! Это мы что, типа в прошлое отправились? Ни хрена тут боезапасов. Мне аж стало интересно, а чё это так? Тут склад такой, что жесть. А что делать? А, то есть это фигня, которая запрещает мне использовать способности. А что делать? Подожди, что делать? Задание. Уничтожьте машину, выстрелив по... защёлкам на кольцах. Бля. Короче, я понял. Сложность. Нет, не понял. Так, а можно ли тут где-то... Да, можно. Сгусток энергии пополнить. Так, тихо. А, все? Что еще за... Стой! Не с места! Давайте сейчас же! Брось оружие! Что такое? Манать.
Теперь я врубился, почему здесь так много патронов. Иди ж пассатишь. Ё-моё. Это плохая, да, вещь? Подожди, мне сюда нужно выйти? Я не знаю, что это было, но нахер оно надо. Я помог кружку Крейсау уничтожить экспериментальную установку в старой церкви. Судя по всему, она должна была выкачивать энергию из измерения Черного Солнца. Мне нужно продолжать поиски генерала Цетты. Он ключ ко всему, что происходит в Айзенштате. Ну ладно, 5 золота не нашел где-то. Ух ты. Подсумок для базуки? Нихера себе. Все-таки вот эти данные, они... Это улучшение для оружия. Пиздец. Так, где мой напарник? Алло. Так, врагов стало еще больше, да? Походу, все-таки зря я сюда пошел. Ну, именно в миссию. Ладно, валим. Подожди, что мне нужно сделать по заданию? А, ферма. Ладно, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.